Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня у нас в гостях главный врач Международного медицинского центра онклиник Лариса Турчанникова и врач-гинеколог-эндокринолог Елена Ионова. Здравствуйте. 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 Ну, если можно, для начала расскажите о вашей клинике. Международный медицинский центр «Онклиник Рязань» входит в сеть международных израильских клиник, которые расположены в Питере, в Москве, в Тель-Авиве. И вот год назад эта же сеть клиник пришла сюда к нам в Рязань. И, в общем-то, это такой достаточно, можно сказать, даже подарок для наших рязанцев, потому что на сегодняшний день вот тот уровень медицины, который в этой сети за 20 лет работы на российском рынке доступен был только, допустим, москвичам или питерским жителям, теперь доступен и нашим жителям, жителям нашего города. Ну, у нас достаточно много в Рязани различных частных медицинских клиник, центров. Вот почему бы вы посоветовали обращаться именно к вам? Ну, естественно, прежде чем эту клинику создать здесь, в регионе, московские маркетологи изучали наш рынок, естественно, они изучали потребности наших пациентов в медицинских услугах. И, естественно, они пришли на наш рынок с принципиальным, какими-то новыми подходами к системе медицинского обслуживания людей. И, естественно, это вот как раз именно этот подход, он нов для наших пациентов. Прежде всего, это многопрофильная клиника. В нашей клинике работает более 30 врачей, более чем по 20 видам медицинской деятельности. Каждый врач попал к нам не случайно. Каждый врач в нашей клинике – это уникальный специалист высочайшей квалификации, причем прошедший специальную подготовку в сети наших клиник. И каждый из них работает по международным стандартам диагностики и лечения. Что это такое? Это значит, что каждый пациент со своей проблемой, пришедший к нам, он может быть уверен на 100%, что он получит и обследование, и лечение в объеме международных стандартов. То есть они у нас едины во всей сети, что в Москве, что в Тель-Авиве, что в Питере, что в Рязани. И наше оборудование, наши собственные лаборатории, они позволяют оказать человеку эту помощь в необходимом объеме, и диагностическую, и лечебную. Вот это принципиальное, конечно, наше отличие от всех других медицинских центров. Плюс еще я просто в двух словах хотела подчеркнуть, что у нас собственная лаборатория, которая имеет международный сертификат качества. Это значит, что те анализы, которые пациенты сделали в нашей лаборатории, они действительно не только на территории России, но если он с этими анализами поедет в зарубежную клинику, не только в Израиль, но и в европейскую, ему не надо будет пересдавать и подтверждать эти анализы. Они там также будут действительны. Ну и много других у нас есть новшеств. У нас много, ноу-хау, каких-то таких вот моментов, много лечебных манипуляций, которые только в нашей клинике делаются. Но просто, чтобы не быть голословной, скажу, есть эндоскопическая служба. Эндоскопия, гастроскопия, колоноскопия. В общем-то, она представлена в крупных бюджетных медицинских учреждениях города, но нигде, даже в бюджетных, тем более в частных клиниках, эта процедура не делается с анестезией. У нас же эти процедуры проводятся совершенно безболезненно для пациентов, поэтому они идут к нам с огромным удовольствием, и ничего, кроме слова благодарности, мы, конечно, от них не получаем. Ну и у нас есть служба выезда на дом, у нас есть при необходимости по медицинским показаниям выдача больничных листов, ну и так далее. Вот это основные наши преимущества. Вы сказали, более 30 специалистов у вас работает. Не прошу перечислить всех, но какие-то основные направления, по которым
к вам можно обращаться? У нас все медицинские виды деятельности подразделены в подразделения. У нас есть подразделение терапевтическое, ну, там много специалистов, это и кардиологи, и терапевты, и эндокринологи, и неврологи, чтобы просто понимать, что это такое. У нас есть отделение хирургическое, куда входит как хирург общей практики, ортопед-травматолог, туда же входит пластический хирург, онколог и так далее. У нас есть отделение урологии, у нас есть отделение функциональной диагностики. Это, ну, так скажем, и лабораторная диагностика, и УЗИ-диагностика, и эндоскопическая диагностика. У нас есть стоматологическое отделение, у нас есть отделение косметологии. Кстати, то, чего нет практически ни в одном медицинском центре многопрофильном. Либо это косметология отдельно, либо это медицина отдельно. У нас можно быть и здоровым, и красивым, как бы в стенах одной клиники. И, конечно же, у нас прекрасное гинекологическое отделение, полностью, так скажем, оснащенное всей необходимой аппаратурой и возможностью лабораторной диагностики. И вот Елена Васильевна как раз доктор, врач, акушер-гинеколог, эндокринолог, она у нас кандидат наук, врач высшей категории с большим опытом стажа. Вот она как раз представитель нашего доблестного гинекологического отделения. Елена Васильевна, вот я как девушка понимаю, насколько важно, чтобы врач был не только квалифицированным, да, но еще чтобы он умел найти подход к нам, пациентам. Вот вы со своими пациентами каким образом стараетесь выстраивать, ну, какие-то медицинские отношения, чтобы человеку было комфортно? Гинекологическая служба все-таки это в большинстве своем достаточно интимная тема. И, конечно, у нас есть все условия для этого. Отношения между пациентом и врачом-акушером-гинекологом, естественно, должны быть очень доверительны. Потому что пациентки, особенно молодые, очень часто могут какие-то вещи скрывать. И для того, чтобы мне правильно поставить диагноз и, естественно, провести соответствующее лечение, нужно, чтобы пациентка раскрылась и рассказала. Вот. Доверительные отношения, они в себя включают прежде всего кабинет. У нас изолированный кабинет, то есть достаточно комфортный, цветовая гамма подходящая. Ну и, соответственно, когда я провожу беседу с пациенткой, ну, никаких посторонних лиц не присутствует, кроме иногда медсестра может зайти, чем-то помочь. И в отношениях, конечно, это очень важно. Какой спектр гинекологических услуг вы оказываете? Наш центр, учитывая то, что это международный статус нашего центра, и учитывая то, что очень хорошая лаборатория оснащенная и прекрасная диагностика, вплоть до молекулярной диагностики генетических заболеваний, УЗИ-служба, операционная, анестезиологическая служба, мне дает возможность, конечно, развернуться, скажем так. И наличие специалистов рядом, можно сказать, под боком, да, тех же сосудистых хирургов, терапевтов, урологов, дерматовенерологов и теперь уже и косметологов, мне дает, конечно, возможность пациентку максимально обследовать, максимально проинструктировать, дать ей лечение, то есть на высоком таком уровне. И очень большую роль играет возможность диагностировать и лечить быстро и очень качественно патологию шейки матки, потому что в государственных учреждениях это занимает иногда очень длительный период, у меня есть возможность все это делать быстро, учитывая лабораторию, через 3-4 дня анализы готовы, и мы можем все это быстро сделать. Вот. И современные методы прижигания шейки у нас самые современные. Ларис, скажите, пожалуйста, ну, многих, когда они идут в частные клиники, волнует вопрос цены на услуги. Честно говоря, я ждала этого вопроса, потому что мы сказали много таких вот слов, израильское, международное, что может сложиться впечатление у наших пациентов, что и цены у нас, так скажем, международные, какие-то космические. Это совершенно не так. Дело в том, что мы очень тщательно мониторируем цены, средние цены на рынке медицинских платных услуг в Рязани. И хочу заверить вообще каждого пациента и каждого потенциального, ну и вообще просто зрителей, в том, что у нас абсолютно адекватные, адаптированные к нашим рязанским
возможностям цены, что людей приятно удивит. А что касается, допустим, лабораторной диагностики, я совершенно ответственно могу сказать, что, учитывая, что у нас собственная лаборатория, у нас одни из самых низких цен на лабораторную диагностику. К сожалению, время у нас подходит к концу. Давайте напоследок скажем, где же ваша клиника расположена? Мы в центре расположены, в районе площади Ленина, Кудрявцева, 56, современное офисное здание, трехэтажное. Мы занимаем 3 этажа этого здания, так что нас найти очень легко и просто. Ну что ж, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Нашим зрителям я желаю здоровья, ну а если вдруг какие-то проблемы, обращайтесь в клинику. Спасибо. Спасибо. До свидания. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках.